У нас с вами. Но еще раз отметим Мирка Иванича. Именно с его движения из глубины начался отбор. Как раз-таки в центре поля сумел Мирка. Мне показалось сначала, что это Алексей Риус, но на удивление как раз-таки это был Черногорец, который сумел совершить перехват. Дальше развернулась атака. Ну и великолепен Стасевич на смене направлений соперника обманывает. И как укладывает вратаря. Ну действительно, как при пенальти. Просто красавец. Игорь, 2-0, Батек, 2-3.